Доброго времени суток, друзья! У меня сегодня прогулочный день. Я нахожусь на руинах древнего иберийского поселения. Ну, речь не буду я вести про это поселение. А хочу снять небольшой ролик и рассказать о нововведениях в Валенсии по поводу поиска. Потому что у меня идут частые запросы, поэтому... И я решил все-таки сделать такой небольшой ролик, чтобы всех отправлять на этот ролик, чтобы не терять время. Итак, у нас произошли большие изменения. Первое изменение, самое такое, на что нужно обратить внимание, это то, что теперь на пляжах Валенсии нужно иметь разрешение для копа. Это обязательно. Примите к сведению, это очень все серьезно, полиция всех проверяет без исключения, поэтому к этому нужно отнестись очень-очень серьезно. Оно немножко огорчает, эта новость. Но, вы знаете, брать это разрешение не так сложно, и то есть вам никаких запретов там не делают, поэтому стоит все-таки брать его. Хорошие новости. Разрешили теперь ходить вдоль рек, на пляжах реки. То есть, это тоже очень хорошая новость, но опять же нужно брать разрешение. Еще одна новость тоже неплохая. Можно ходить и в городских парках. Да? То есть, вы можете с металлодетектором ходить в городских парках. Это уже все разрешено. Так. По поводу Каталунии. Каталуния идет своей дорогой. Каталуния, она, то есть, не предъявляет никаких требований. Там сейчас коп свободный. То есть, пожалуйста, Каталуния — это уже отдельное, как бы, государство, и поэтому мы, как бы, не относимся к Каталунии. Но, насколько я знаю, у меня друг, он имеет свой магазин по металлодетектором, и я вот с ним разговаривал буквально 2 недели назад. Он говорит, у нас все без изменений, все нормально. Ну вот, вроде бы, вот это основная новость. Так что удачи вам, кто будет копать в Валенсии, наши по провинциям нашим, то есть имейте в виду. Ну, всех благ вам и хороших находок. Всего хорошего.